После достаточно прохладных выходных дней с неба снова палит горячее солнце. Некто идет на пляже, другие выбирают альтернативное место отпочинку. Одно из любимых у гамельчан – фонтан у скверы имя Громыки. Наши корреспонденты поцікавіліся у отпочивающих, те не боятся яны у пандемию сбираться тут. А так само доведаліся у специалистов, насколько небезпечная у фонтане вода. Фонтан после реставрации у скверы имя Громыки открыли амаль 3 года тому. Подея была примеркована до 875-летия города. Диаметр фонтана каля 11 метров. Это больше, чем было ранее. Такие фонтаны называют сухими. Вода то зникает, то раптом зна вырываются великие струи. Гэтае место стало одним из любимых у жыхароў города. Сюды яны приходят разом с детьми, для яких такая забава вельми радостная и веселая. Але зараз же пандемия. Потребна дистанция, изоляция, маски, пальчатки. Те не боятся люди бавить тут час. Гэтым мы потекавились у отпочивающих. С мужем ребенка отправили отдыхать без ребенка. Замечательное место. Первый раз его вижу, очень замечательно. Приду с ребенком в следующий раз. Не будете волноваться за то, что здесь можно там вирус подхватить? Мне кажется, на солнце жарко. Он не так распространяется, вирус на солнце. Поэтому нет, не буду волноваться. Вы сами здесь отдыхаете, без детей? Да. Но не боитесь общественных мест? Ну почему? Тут же дистанция. Вы стараетесь соблюдать, да? Да. Самое главное – соблюдать безопасность. Ручки мыть и все остальное. Так, чего бояться? А воду не боитесь, что ребенок заходит в эту воду? Нет, не боимся. Дарэчы, вода у фонтане техничная, пить ее нельга. Небеспечно, коли она трапить у страуник, особливо дитячи. Это может выкликать отручивание. Изначально, перед запуском фонтана, чаша фонтана заполняется питьевой водой из городского водопровода. Но в дальнейшем, когда происходит эксплуатация фонтана, вода циркулирует, та, которая изливается из форсунок, собирается в чашу под фонтаном в данном случае и опять же подается насосами в форсунки. То есть режим работы замкнутый. И вся пыль, грязь, которая оседает на фонтане, она собирается, ну, опять же подается. Поэтому эту воду категорически не рекомендуется употреблять. Основным планом на это лето для каждого из нас повинно стать захование своего здоровья. Треба памятать, что лепш провести теплые месяцы больше дособлено, чем подвергаться рызыцы захвореть на коронавирус. Марина Джалая, Максим Савин, Игорь Марышенко, Андрей Иванов, телерадиокомпания «Гомель».